Добрый день, дорогие наши друзья, наши подписчики и просто мои зрители канала Добра и Позитива. Говорит и показывает Африка. Дима. Говно, Дима. Самый лучший канал. Говно, Стаффен! Говно, самый лучший канал. Такое вот венцо. Купились на эту туфту? Schutzstaffel. Ja. Geschwind. Пидорасы вонючие! Вот видите, я сегодня пришел в помойку, да, перед Новым годом. А тут два пакетика, видали? Со стеклотарой, так сказать. Это все сдается. Две кроны стоит вот такая вот фигня, видите? Две кроны. Ну, чтобы вам легче считать было, 8 крон – это 1 евро. Вот здесь у меня 2 евро. И здесь у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 на 2, 12, ну, 1,5 евро. Опа! Вот. Ну, где-то сколько здесь? 3,5-4 евро. Это, короче, Дед Мороз мне их подарил, эти банки. Я же самый главный баночник в нашем городе. Короче, смотрим дальше. Чуваки, короче, отмечаем 2014 год, да? Угу. Это уже 10-я запись. Вот, короче. Всех с Новым годом. Мишель Шарло. Шикарное вино. Везет же людям. Мои тоже. Вот. Короче, я и Юлечка, мы всех поздравляем с Новым годом. Мы сначала поздравляем всех с прошедшим годом. Да. Провожаем его. Ну вот. И поздравляем с наступающим Новым годом. 2014. Всех подписчиков. Это будет волшебный год. Лошади. Всех блогеров. Год всех, всех троллей даже. Я всех поздравляю. И всех, кого я забанил, да, я их тоже поздравляю. Уже я знаю, вы меня смотрите, да, которых я забанил. Скоро в Гислянде амнистия. Всех разбаню скоро. 8 января амнистия, короче. Вот. Так. На твой день рождения? На чем я там остановился, да. О! Особый привет идет Юрию из Индианаполиса, да. Братьям Белонам. Уже не братья Белоны, был только один Белон. Уже два. Уже два? Угу. Ну, вот. Как это два? Слушай, не понимай меня смысла. Ну, короче, всем привет, да? Всем поздравления. И еще. Особый привет идет. Да, не удивляйтесь. Каналу Добра и Позитива. Симонову 100. И Викусе. Вот. С Новым годом, Симонов. О, давай, за Симонова. За Симонова с Викусей. Вы извините, чуваки. Такое поздравление будет у нас коротенькое сегодня. Вот. Потому что, если честно, я уже начинаю вспотевать в своей куртке за 25 баксов. Вот, короче. Ну давайте, чуваки.
Чалом! Давай, выручка! Опа! Опа! Гуцульскую музыку нам!